Привет, ребята! Продолжаем серию наших новогодних выпусков. И сейчас мы поедем на поезде «Зимняя сказка» в гости к Деду Морозу. А до него у нас есть немного времени, и нам надо оставить вещи, чтобы погулять. Идем. Заходим. Пойдем, друг. Посмотрел? Ой, игрушки. Ну что, давай, показывай игрушки. Поезда, смотри, робот-поезд. Мама. Классный паровоз. Мама. Смотри, какие такие у тебя есть. А. Ну, мне хочется вот такой вот поезд себе купить. Классный, да. Вот такой. Угу. Классные и сапсаны разные. Мама. Поездные. О, какие. Такого тебе подарили поезда. Ой, да. А да. Наверное, тут и покупали. Мама. Классно. Вот и тачек сколько, ребята. Мама. Шикарный магазин. Ребята, а наши умные игры «Мама Знайки» хоть и не такие яркие, как эти, зато такие полезные и не менее интересные, чем те. Играйте в умные игры, развивайте свой мозг. Заказать можно на Валберес. Оплатили камеру хранения. В общем, оставляем. Пойдем упаковывать вещи и идем гулять. Что там делают? Так. Мы отсканировали штрих-код и теперь засовываем наши вещи. Наконец-то. Да будет счастье. А, избавимся от тяжелых вещей. Открываем. Оп. Все. Проверяем. Закрылось. Все, отлично. Пойдем гулять. Мы свободны. Ребятки, на Ярославском вокзале мы пытаемся снимать тут поезда. Смотрите, маневровый приехал, пассажирский тащит. Электричка. В общем, поездов много, но все такие какие-то прям обычные. Зато смотрите, прямо новогоднее настроение. Класс. Ребята, снегоуборочный трамвай. С ума сойти. Видал такой? Какой-то раритет. Фух, еле успела снять. Класс? Да? Смотрите, новенький трамвайчик, да? Летит по свежеубранной трассе. А как же они разъехались? И вот, снегоуборочная. Москва бурлит. Да, Москва кишит. Пойдем. Все работают. О, еще один трамвай. Ну, они тут прям летают, летают. Смотри, а вот это здание, филиал Московской железной дороги. Смотрите, какое оно огромное. Это рядом с площадью трех вокзалов. И соседняя, кстати, вот эта историческая, тоже филиал Московской железной дороги. Сколько ж тут же сотрудников работает, да? Хотел бы здесь работать? Да? Фильмы мотивационные показывают. Вот, и сразу закончился. 14.05, минус 6. Мы почти не замерзли. Пойдем, кот. Скоро уже у нас поезд Дед Морозовский, туристический, РЖДшный. Гуляем тут по проспекту. Класс. А вон там пик, смотрите, видите? Это Ярославский вокзал. Площадь трех вокзалов. Ярослав. Да, поедем в Великий Устюг к Деду Морозу, да. На настоящем туристическом поезде. И вам все покажем. У нас включена туристическая программа. Питание даже, да? Обеды будут в ресторанах, а завтраки и ужины в поезде. А самое классное, что сегодня вечером в пятницу мы выезжаем, а в воскресенье ночью мы уже вернемся. Вот такой вот тур выходного дня. Сдали наши вещи на хранение. И сейчас... Елисей, держи дверь! А! Блин! Чуть не пришибло. Что украшает к Новому году? Ой, идем в камеру хранения за вещами, за нашим. Вот здесь наши вещи. Смотри, сканируем штрих-код. Сканируется, видите, технология. Теперь не надо сдавать, забирать, таскать. Положил, забрал. Ага, штрих-код только что-то не сканируется. Наконец-то нам удалось это сделать. Ну куда лезешь, Елисей? Отошел, достаем. Это наш поезд «Зимняя сказка», Москва. Что, Вологда? Почему я думала, что Кострома? Великий Устюг, в общем, четвертый путь. Тут вход, получается, на вокзал электрички. Видишь? А мы идем к поездам дальнего следования. Четвертый путь. А самое классное в туристическом поезде, что пока ты спишь в своем уютном и классном купе, тебя везут к достопримечательностям. И за два дня мы увидим Великий Устюг и вотчину Деда Мороза, и Кострому, терем Снегурочки. У нас вагон номер 35, то есть я не представляю. А есть еще 36. О, пошла. Работает. Представляешь, Елисей, сколько людей надо было, чтобы вычистить эту дорожку? И всего одна машинка за пару минут.
Все спешат куда-то. Так, мама, что, поезд наш стоит. Не дергай меня, пожалуйста, за руку. Вот он наш поезд. И у нас 35-й вагон. А почему там обычные? Смотрим. Елисей спрашивает, почему обычные вагоны. Ну, посмотрим. А привез его маневровый. Вот он стоит. То есть мы поедем не на этом. А здесь, смотрите, Рекс. Какая-то электричка Рекс. Скоростная, наверное. Пойдем смотреть, вагоны обычные или нет. Джингл Беллс, Джингл Беллс, да-да-да-да-да. Настроение новогоднее? Ага. Сидят машинисты, помощник. Так. Ой, вагон третий. Елисей, нам 33 вагона еще вперед проходить. Да, 33. Мама, ух ты, смотри, тут сидячие места есть. Давай посмотрим. Что ты расстраиваешься? Во-первых, у нас не сидячие места, а купе. О, смотри, электричка прибывает. Как красиво. Мама. Купе начались. Видишь? С бельем все как надо. Вроде такие приличные. Идем дальше. Уже лучше. И прям какие-то, смотри, окна большие туристические. Так, это Вологда. А, Вологда, Москва. Все. Мы едем на поезде Вологда-Москва, но туристически он в самом начале, и, наверное, будут расцеплять. Там, где будут подцеплять этот паровоз классный. Кто еще не знал, нас повезет паровоз. Настоящий паровоз. Вот он, да, зимняя сказка? А мы уже идем, расстраиваемся. Знаешь, что зимняя сказка? Какой вагон у вас? 35-й. Проходили 35-й. Туда, дальше, да? Спасибо. Спасибо. Вот теперь я понимаю, смотри, вот так сказка тут. Красиво все украшено. Детки уже в купе. Елисей, ты видишь, у нас елочка на столе будет. Как надо в зимней сказке. Заснеженный, с сосульками, снегом заметенный. Со снежинками. Вот, 33-й вагон, скоро наш. Ой, какие купе красивые. Это, наверное, СВ, да? А это у вас вагон СВ? Да. Да? А можно мы снимем внутри, через вагон? К нам разрешили, пока в поезд не зашли все пассажиры, поснимать, как выглядит вагон СВ. Да? Здравствуйте. Мы едем в купе, а посмотрим СВ. Ребятки. А первые вагоны на видео были люксы с телевизорами и двухместные. Чтоб так жить, чтоб СВ бронировать. Смотрите, для пассажиров постелили дорожку, потом, когда все зайдут, ножки вытрут. Ее, наверное, уберут, чтоб не пачкали. Так, идем дальше. Бойлер. Ну, очень миленько. Забавно, смотри, на поезде написано Сочи. В Сочи мы у вас уже были в этом году. Мы едем в Устюг Великий. Ого, вагон-ресторан, смотрите, какой классный. Ну, мы обязательно зайдем, снимем, да. Смотри, прям новогодний, с елочками. Здорово. С новогодним убранством, классно. Так, это какой у нас вагон? 34, все, наш следующий. Почти дошли. Да? Ой, неужели? Мы почти дошли, ребята, до конца вокзала. Сумерки, 5 часов вечера, а уже так темно. Это наш. Документы прошли. Заходим. Здравствуйте. И проводница, как снегурочки. Застелено, да, я уже обратила внимание, что она застелена, чтобы ножки вытирали. Так, что там? Ай, наш купе, да? Новогоднее, с елкой. Заходим, располагаемся. Так, камеру поменьше. Белье даже заправлено, ребят, представляете уровень? Вот заправлено. Это туристический поезд. Так вот оно заправлено, его только вниз спустите, все. Вообще класс. Да? Ёлочка красавица, на пластик нам прислала. Ты нам очень нравишься. Та-да-та-да-та. Вспоминай давай. Так, что нам тут наложили? Место 1. Для разблокировки замка двери поднесите карту к пиктограмме, считывающее устройство. Вот это да. А куда? Елисей, пожалуйста, не наводи порядок. Давай посмотрим. Смотри, программа нашего поезда. Лежит «Зимняя сказка», «Великий Устюг», «Кострома», «Москва». Вот так, сейчас почитаем, посмотрим. Это что у нас, другие туристические поезда, да? Да.
Все, посмотрим и ребятам покажем. И водичка даже есть. Все, я выдохнула. Наконец-то мы добрались, устали, погуляли по Москве. Прямо сейчас расслабление какое-то настало и какой-то отдых. Целый вагон детей, конечно. Газетки, смотрите, еще сказка, еще зимняя пресса. Интересно, для детей или для взрослых? Ох, целый вагон детей. Встречать Деда Мороза. Так. Ну все, вагон прямо классный, удобный. Ну вот вы видели, там прямо уютненько, шторочки. Но здесь попроще, попроще. Так, в вагоне 18, 16, 38, наружная температура минус 6. Выпал для нас новогодний снежок и... Ура! Отправляемся. Без тапочки. Что там еще? А, вот они, тапочки, полотенчики. Зубная щетка с зубной пастой. Вообще кайф. Можно было не брать на кнопках. Эх, класс. Ребята, смотрите. Вот они сидят, новогодние наши. Смотрите, в каждом елку трясет. В каждом поезде, в каждом купе по ребенку. Целый поезд, и детей, и взрослых. Все так мило уже. Уже есть, начинают с планшетами сидят. Такой прямо настоящий новогодний поезд. Тоже купе. И в составе, в самом начале, локомотив. Я предполагаю, что это ЭПТ-2, тот же, который нас вез до Москвы. А там посмотрим, еще на станции выйдем, остановимся. Да. Отправляемся. Трогаемся. Поехали. Класс. Если в что едешь? А? Ага. Ну давай, переписывай, заполняй свой билет мама, проездной. Мама. Елисей учится писать буквы. Мама, да? А помоги мне вот это вот. Угу. Розетки полочки, нашли. Полки трансформеры, на клавиши угу. Нажимаете, откидываете полку, сверху комплект принадлежности. Угу. Оба туалета с той стороны, душ с той стороны во втором большом туалете, мусор с той стороны, ресторан в эту сторону через один вагон, работает до часу ночи. В стоимость вашего проезда включены завтраки. На завтрак ресторан вам предлагает кашу овсяную на молоке или сырники с джемом. Что будем заказывать? Сырники с джемом. Сырники с джемом. Ты что, овсянку или сырники? Сырники с джемом. Всем сырники с джемом. Единодушно. У вас выкуплено одно место. На это место тоже полагается питание. Что вам еще заказать? Тоже сырники. Если какие-то вопросы, мы рядом с вами. Угу. Сюда обращайтесь. Спасибо большое. Очередная мечта сбывается. Мир полон чудес. Они на каждом шагу. Смотрите, нас обгоняет электричка. Как это она обгоняет нас? Смотри, нам прямо видно пассажиров, кто там едет. Смотри, видите, там дядя в тамбуре стоит. Ну-ка, кто первее? Мы начинаем обгонять электричку. Ты видишь, гонки просто с электричкой. Смотри, то она нас сделала, то мы ее. Интересно, машинистов как-то, ну, это все заложено. Ты видишь, смотри, догоняем пассажиров. Видно, вон у них свет смотри, горит. Там уже дружат. Там уже ребята у нас знакомятся. Елисей, там ребята уже знакомятся. Ладно. О, смотри, поезд уезжает и уезжает быстрее нас. Так, чай. Сливки, сахар выставлены вот здесь у тебя. Можно взять у нас принадлежности для приема напитков. Кофе варим по заказу. Все включено. Можете пить. Шикарно, шикарно. Вообще. Готовы это слушать и пить. Зерновой в кофе маш. Спасибо. Так, Елисей побежал уже знакомиться с ребятами. А мы тут проезжаем станции, вокзалы с электричкой, то и разминулись. Уже все украшает прямо, чувствуется. Новый год. Тут интересно, смотрите, поезд едет над нами, а мы куда-то уходим, в туннель, то ли в подземелье. Причем идет оно выше и выше. Где, ребята? Сейф? Да. Вот это да. Это круто. Можно вещи ценные складывать. А здесь тоже сейф интересный, Елисей? Ой, и здесь сейф. Вот это да. Ну-ка. Вот тут. И тут сейф? Это ж сколько можно ценных вещей положить? А посередине что открыть? А посередине? Да. Несколько. Здорово. У меня для тебя подарок. Ты куда побежала? Я ребятам хотела премьеру показать, провести новые игры. А ты ее сразу утащил. Ну, открывай, будете играть? Будете?
Смотри, тут книжка с заданиями. Давай, выставляй. В общем, смысл в том... А где, блин, глаз? Не знаю, где хотите. Можете здесь прямо. Вот это у вас тут банда, ребят. Ты смотри, располагай машинки и конусы, согласно заданию из книжки. И смысл заполнить всю парковку. А? Чтобы машинка не попала в конус. Да, и чтобы не осталось свободных мест. Пропустите дядю, ребята. Поезд детей, ребята уже подружились. Наконец-то иду вам сейчас показать душ. Говорят, он шикарный. Так, первый, второй. Так, ну туалет обычный. А вот душем занят. Так, ребята, что, туалет и душевая кабина. Вот это да. Тут есть и гель для душа, и шампунь, и лейка нормальная. О, это вообще счастье-то какое. Душевая кабина. Просто вау. Поезд с душем. И мусор сортируется. Зашли, видите, и дорожку собрали. Ребятам игра понравилась. Все по очереди. Дай. Думала, она удалась. Так что, ребята, ищем на Валберес. Игра «Парковка». Мама знайки. Наши умные, классные игры для будущих гениев. Собрали? Молодцы. Но это первый уровень, это самый легкий. Там есть второй и третий уровень с конусами. Там не только второй и третий, там их полно. Да, полно. Вот смотри, где два конуса, там уже сложнее будет. А где три конуса, там еще сложнее. Там три уровня сложности получается. По 20 заданий в каждом уровне. Не представляете, какой этот кайф, что я смотрю и вижу, что детям это очень нравится, что они обожают в них играть. И просто вообще, честно, я от этого супер наполняюсь, потому что я понимаю, что не зря я это старалась, и не зря я это придумала. Такой же был у тебя? Да, такой же. Да, другой, у тебя другой выпуск «Веселое путешествие». Нет, такой же был. Да ладно. Да, такой же у меня, реально. Тогда вот потом дома пораскрашивать. Подарки уже раздают, выйдет. Я буду стоять на платформе. Угу. У меня будет две таблички. Добрый мальчик, мы не подготовились вообще. И начали. Спасибо тебе большое, друг. Вообще, спасибо. Мы уже начали писать письмо здесь. И тут приходит тот мальчик. И такой, нате тебе, вам письмо, да? Так, имя ты свое сам сейчас напишешь. И решил сам свое имя написать. Тетя Женя тоже не отстает. И тоже пишет письмо Деду Морозу. Да? Тоже хочет подарок. И я хочу. Мне, например, нужен новый телефон, чтобы у нас видео снималось, было классное. А может сразу 100 написать? Что, 100 телефонов? Желаний. Женя, не провоцируй, а то у Елисея тут два поезда хочет себе. Переписывай, давай. Писать надо научиться сначала. Тут Дед Мороз. Я вас приветствую. Спасибо. Наш поезд «Зимняя сказка». Спасибо. У нас очень много детей, очень много взрослых, которые уже на позитиве едут встречаться. Здесь Дед Мороз с Снегурочкой. Это правда очень удивительное путешествие. А Дед Мороз принесет три подарки и один? Один подарок. Один. Я же тебе говорю, заказывай один. Если попросит мама, тоже тоже дам подарок. Значит, отдыхайте, радуйтесь. Все вопросы к проводникам. Какие? У нас интересный будет еще прицепка паровоза. Ага, в Первушино это завтра? Паровоз послезавтра. И мы будем идти 70 километров, 2 часа ехать. Проводной тяги. Классно, да? Поснимаем, это здорово будет. Во-первых, когда прицепляется вагон, это интересно. Ну и потом прочувствуйте ход, да? Как идет ход с паровозом. Они фотографировались, они заезжали, кто-то там машинисту, с машинистом фотографировались. Вот, есть, даже так можно будет, да? Ой, лебедянка, да? Да, лебедянка, да. Это очень интересно. Они где-то 53-го, 56-го года производства. А вы часом не настоящий Дед Мороз, нет? Да. А то, может, вы гримируетесь сотрудника, а потом прямо... Я сегодня начальник поезда. А потом пойдете? Да, откуда вы знаете? Об этом мне дети говорят. Ну, вы похожи очень. Вы просто очень прямо... Эта поездка вообще, знаете, как сказать, на позитиве в плане того, что все едут, и взрослые дети, понимаете, хотят увидеть вот эту сказку. Чудо. Это чудо. Деда Мороза, о котором мы сказали. А Дед Мороз. Все доброго. А Дед Мороз в ты. Все ждут подарки. Подарок. Какой-то подарит. Так, давай, что? Тебе сказали, видишь, надо просить. А ты написала? Пишем грузовой Лего Сити поезд. Что еще?
Да, Зи, он ее бесит. Тетя Женя, смотрите, тоже разошлась разноцветными ручками, там что-то пишет. Давай, все, сейчас напишем твое письмо, с обратной стороны я свое напишу, можно? Как это нет? Что-то тебе можно, а мне что, нельзя, что ли? Мороз, Дед Мороз выполнит один подарок, но остальные подарки, может быть, выполнит папа или бабушка, или я тебе, может быть, даже что-то подарю. Ты подаришь голубой, да. Я гаситель. Да ты что? А что это ты мне указываешь? А? А папа, что я хочу? Хочу. Заработай, хочу. Нет, тогда я вот ты мне подаришь новый джип. Когда договорились? Когда вырастешь? Ну, когда вырастешь, вообще не обсуждается. Ладно, шучу. Что? В общем, человек мой маленький написал письмо Деду Морозу. Теперь написала тетя Женя разноцветными ручками. Тетя Марго еще только начала. Я была тоже хорошей девочкой в этом году. Хорошей тетей. Короче, Дед Мороз. Ну, ты понял, да? Это мы с Демитом такой торт называем. Да? А, Дамит. Дамит? Давид. Давид, Демид. Ну, классный, да. Ух ты, тут у нас уборка, да? Понаходили, еще убирают. Чистота и порядок должен быть в библиотеке. Теперь тети пишут желания. Спасибо большое вам за чистоту. О, у нас остановка первая длительная. 10 минут стоим. Как же холодно тут в Ярославле. А это, кстати, памятник Мамонтову, строителю железной дороги. Вот такой вот красивый город Ярославль с вокзала. Пришло время спать, будем раскладывать. Смотри, стол кое-как задрали, да? Смотри, вот здесь вот кнопка. Давай, 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 нажимай на него. Прям хорошо вот сюда нажимай. Вот. Отходи, пальцы прищемишь. Смотри, опа, подожди. Здесь снимай. Опа, испугался. Все, кроватка готова. Бельишко положили, все. Все. Ты уверен, что ты не хочешь спать внизу? Может, внизу будешь спать? А он собрался наверху спать. Ну что, желание ребенка. Закон, мама, да? Мама, а браслет снимать? Нет, браслет мы не снимаем. Все, с браслетами ходим. А вы знаете, какая катастрофа может случиться? Какая? Если поезд резко тормознет прямо на опасном повороте, вот, например, вот так. Ну, ты спи чуть-чуть пониже. Давай мы тебе подушку вот сюда положим. И вот здесь вот, чтобы за упором лежал. Кстати, смотрите, ребят, тут зарядки есть. Кто? Светильники. Кто? Вообще очень удобный поезд. Кто поезд тормознет, а гвоздень упадет, человек двинется и упадет. Да, вот такой. И, ребята, спокойной ночи. Пока следующее продолжение смотрим в следующем выпуске. Да, чего ты стесняешься? Завтра идем к Деду Морозу. Письма написали, да? Будем вручать письма. Посмотрим его настоящего, его резиденцию настоящую, да? Класс.